Чтобы помнили, в школе номер 3 состоялось открытие мемориальной доски, посвященной героически погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции выпускнику Андрею Черноярову. На памятном мероприятии присутствовали представители администрации общественных организаций, учащиеся, педагоги, родные и близкие павшего героя. Андрей Чернояров учился в 3-й школе. Педагоги помнят его как серьезного, добросовестного и целеустремленного ученика, который стал настоящим мужчиной и по первому зову Родины отправился ее защищать. Как мало было отведено судьбы нашему выпускнику Черноярову Андрею. Наверное, никакими словами не утешить родных и близких. И только одно, наверное, сможет смягчить горечь утраты. Наша память. Для нас выпускник Андрей Ильич Чернояров всегда будет гордостью, примером отваги, мужества и героизма. Вечная его память. 14 октября 2022 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции Андрей Чернояров погиб. За проявленное мужество Андрей был награжден орденом мужества посмертно. Его память, а также память всех ребят, кто отдал свои жизни за спасение Родины, участники мероприятия почтили минуты молчания, а затем возложили к мемориалу цветы. Анна Монастыренко, Станислав Бурбыко, программа «События».